филиале музея «Солдаты Отечества» специально готовятся к столетию российской авиации не будут. О том, чтобы достойно встретить дату, здесь позаботились еще 2 месяца назад. Открыли экспозицию, посвященную герою Советского Союза, генерал-полковнику авиации Владимиру Михайловичу Безбокову. В рамках открытия проходила презентация книги, посвященная нашему земляку, который прожил в Иркутске достаточно длинный период времени, с 1980 года. И до 2000-го, то есть до года смерти. И в рамках празднования 90-летия Владимира Михайловича, соответственно, вот этот зал у нас открылся. Ко дню авиации в музее ожидает всплеск интереса к личности генерала Безбокова. Всего здесь представлено около 200 экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью Владимира Михайловича. Тут показан летный комбинезон 60-х-80-х годов. 60-е годы – это тот период, когда Владимир Михайлович служил на Дальнем Востоке, но таким образом мы можем представить его быт, к примеру. Накануне профессионального праздника ветераны воздушных сил города возложили цветы к мемориальным доскам Безбокова, Михаила Миля, Александра Голованова, Николая Камова и других выдающихся иркутских авиаторов. Сегодняшним мероприятием участвуют представители от Совета ветеранов Иркутского областного Совета ветеранов войны и военной службы, представители от Совета ветеранов дальней авиации 30-й воздушной армии, которой командовал Владимир Михайлович Безбоков, представители от Совета ветеранов Иркутского высшего военно-авиационного инженерного училища, представители Совета ветеранов от транспортного полка. А сам праздник 12 августа ветераны ВВС и летчики, которые сейчас в строю, проведут торжественный митинг у Вечного огня. Начало в 11 часов. Павел Малыгин, Александр Мокин. Новости сейчас.